Для обладателей вредных привычек на Ягринской набережной установлены специальные плакаты с напоминанием о том, что курить и распивать спиртное в общественном месте строго запрещается. С момента вступления в силу соответствующего закона число нарушителей снизилось в разы. Зону, свободную от вредных привычек, планируют расширить. Курение на главной набережной Северодвинска может серьезно ударить по карману горожан. Зажженная здесь сигарета обойдется в 1500 рублей. Желающих совершить административное преступление немного. С июня число нарушителей здесь заметно снизилось, говорят в полиции. Из 300 составленных здесь протоколов чуть больше 30 за курение в общественном месте. Здесь агитации достаточно. Практически куда ни взгляни, везде запрещающий знак распития, запрещающий знак курения. К сожалению, значит, некоторые граждане знаков не замечают, продолжают нарушать, но зачастую нарушителями являются гости города, которые традиции здесь этих не знают. Территорию Ягринской набережной 3 года назад передали в ведение парка культуры и отдыха. Силами сотрудников здесь установлены информационные плакаты. На урнах красуются наклейки. Правда, окурки в урнах все же есть. Введен достаточно такой жесткий запрет со штрафами большими. Я считаю, что это, будем так сказать, правильно, вот такая жесткая мера через наказание. Но для тех людей, которые уже привыкли к этому, их невозможно уже отучить, но нужно беречь наших детей от этой погубной привычки. В принципе, по-моему, правильно на набережной. Ну, в общественное место все-таки дети гуляют. Ну, не всегда приятно, когда на детей дым, там, стекла валяются. Так что правильно, я думаю. В этом году намного спокойнее стало, и праздники прошли спокойнее намного. Ну, то есть, как бы, в принципе, считаете, что правильно? Да, я это считаю правильно. Если за 3 года на набережной удалось привить горожанам культуру, то, по мнению полиции, на самом пляже еще придется поработать. В следующем году прибрежную зону также объявят свободной от курения и спиртных напитков. Сергей Курбан, Денис Богданов, Вестник Северодвинска.